в обязательно они должны одеть косынку, если они уже замужем. Замужем. Да. Они уже ее никогда не снимут. И если они даже, вот я сама шью им костюм. Угу. Вот весь табор я обшиваю. Все костюмы, которые они носят, это я шью. И вот если они забыли здесь косынку, если я не пошила косынку, Лора, где хочешь, там и бери косынку. Она должна быть соответствовать ее наряду. А-а-а. Обязательно. Хоть с юбки, говорит, вырежи, но сделай мне косынку. И если она, не дай бог, забыла здесь косынку, она не выйдет. Вы что, чтобы ее типа не видеть? Простоволосая, да? Простоволосая, не имеют права. Вот они по улице идут, вот расскажу ей их законы, да? И вот стоят мужчины, они проходят мимо, женщины. Они должны говорить «Ашта». «Ашта» – это значит все. Они, они отворачиваются, все, ну, которые чтобы стоят, чтобы мужики, и даже пожилая женщина, если там будет стоять, они уважение имеют к этой женщине. И они говорят «Ашта», должны отвернуться, она только тогда пройдет. Если они не отвернутся, она будет стоять час, но она не пройдет. А вот у них на нее нельзя смотреть или что? Да, это она как бы пройдет, не то что смотреть, но у них такой закон, что вот она молодая проходит возле пожилых.